Запорожье, ГАЗ-68М. Одноплёмный Кипр Финагер, пожалуй, это самый молодой член авторетро-клуб «Калининград». Несмотря на свой юный возраст, Никифор Финагин владеет достаточным количеством знаний по ремонту, эксплуатации и завершению автотехники. Ведь это его не единственный запорожец. У него есть горбатый ЗАЗ-965 и ушастый ЗАЗ-968. А сегодня он представил нам свою новую игрушку. Последний запорожец ЗАЗ-968М, который был куплен в удовлетворительном, но комплектном состоянии. Автомобиль прошел капитальный ремонт кузова, была приведена в порядок техническая часть, и сегодня он перед вами. Никифор Финагин, самый молодой участник, студент, юный коллекционер запорожца. Сегодня он награждается почетным дипломом участника авторетро-фестиваля «Золотая тень Калининграда 2019». Ваши аплодисменты! Ну что ж, Никифор, под мелодичный звук клаксона и звук спасибо! Ваши аплодисменты, дорогие зрители! Ну что ж, участник под номером 28, Mercedes-Benz 200 в кузове B115.